Доброго времени суток, друзья. Съездил я за тумбочкой, наконец-то. Сделали мне ее по блату, знакомый. Сразу же я просверлил отверстие для того, чтобы проходила вилка от сетевого фильтра, к которому я подключил свет, водонагреватель и ФЗН. Также пришлось мострячить светильник, так как он крепился к боку к столу, на котором раньше стоял аквариум, теперь пришлось сделать его к стенке. Ну и таким образом поставить в угол. Зато все стало компактненько, ничто нигде не мешает, смотрится отлично. Также, как и говорил, переделал Нуну, взял обычную ленту из-под телевизора, которую заказывал на Алиэкспресс, подсветка за телевизором. Просто маленько ее укоротил и также подключил ее просто к обычной зарядке телефонной. Вот так она выглядит. Конечно, ночью сделать фотографию очень сложно, плохо видно, но в реальном времени смотрится вообще отлично. Ну и вот так стало сейчас все смотреться. Все чувствует себя замечательно. Водичку я, кстати, подливаю вручную. По мере испарения скоро добавлю, автодолив сделаю механический. Все чувствуют себя просто замечательно. Кстати, вот по поводу вот этой травки зелененькой, не помню, как она называется, не советую вам брать такие камни с этой зеленью, потому что ее полоть просто замучаешься. То есть постоянно нужно ее будет пропалывать, если возьмете. Ну, планирую скоро добавить креветок, наверное, рыбок нужно добавить. Хочу актинию, хочу клоуна, как и все. Креветку доктора, наверное, добавлю. Ну и вот сейчас общий вид. Все чистенько, все аккуратненько. Зелень на стеклах уже не так, как раньше. Уже меньше. Спасибо за внимание.